легендарный внучата, с вами я, Бабка Шоу, и сегодня, пока я падаю, подпишись, нет, ребят, вы, к сожалению, не успели или успели, пока подпишись, я вроде куда-то улетела. Ребятки, сегодня у нас топовый скин без робоксов, как и обычно, сегодня мы с вами создадим очень крутой скин без робоксов. Сегодня у нас, ребята, очень интересный выпуск, так как скин будет реально очень классным, поэтому обязательно подпишись перед тем, как начать видеоролик, и мы с вами начинаем, ведь перед тем, как его получить, придется реально постараться. Поэтому погнали, выходим из нашего Roblox Adopt Me и начинаем создавать наш бесплатный скин. Итак, ребята, первым делом для того, чтобы создать наш скин, нужно взять некоторые вещи из аватар шопа. Именно вот сюда вот мы с вами кликаем и начинаем брать те самые вещи, которые сегодня нам с вами понадобятся. Большинство вещей у меня, кстати говоря, на аккаунте нет, поэтому их я буду брать вместе с вами. Итак, ребята, вот мы с вами и смотрим. Смотрите, куда же мне нужно идти. Сейчас я вам все показываю. Первым делом нажимайте вот сюда вот, и здесь нужно выбрать раздел Clothing, одежда, ребята. Потом спуститься вниз и в фильтрах, где написано Creator, и ниже написано Price. Вот здесь вот, где Price написано, поставить Free, то есть бесплатный. Бесплатные скины и на телефоне я потом тоже покажу. То есть тут, я думаю, что проблемы взять вещи никаких абсолютно не будет. И берем вот эти вот, ребят, вещи. Это Roblox Jacket и Black Jeans with White Shoes, ребята. Черные джинсы с белой обувью. Вот эти две вещи мы с вами берем, это просто изначально. Потом, конечно же, вот такая вот вещь, это Cool Free Tax. Называется бесплатная какая-то крутая штука. Не знаю, что такое такс, но окей, ребята. Ее берем. Потом нужно найти кепочку. Кепочку в Роблоксе. А вот где она находится, кепка, это уже посерьезнее вопрос. Это уже вопрос явно посерьезнее. Но мы с вами не отчаиваемся, поэтому мы пишем кэп. Ребят, что переводится с английского языка как кепка, в поиске. И, конечно же, у нас выходит огромный список кепок, которые у нас платные, которые все за робоксы. Ага, конечно. А, что-то я неправильно, короче, сделала, походу. Но я думаю, что вы понимаете, что нужно делать. Заходите теперь, в общем-то, в раздел FAT. И здесь внизу ставите цену бесплатную. Все, ребят, здесь точно будет эта самая кепка. Вот она. Roblox Baseball Cap. Ну, кепка, короче, бейсбольная кепка, бейсболка в Роблоксе. Ее берете, потом берете вот такое вот лицо, Silly Fun. Ну и, конечно же, желтые волосы. Я думаю, что это вообще максимально комоновская штука. Но это тоже нужно озвучить, чтобы потом не получилось недоразумение. Ведь мне этой вещи в инвентаре, как видите, нету. Ну и, конечно же, берем нашу первую вещь. Это вот эти самые желтые волосы. Потом, ребят, заходим в бейсболку. Она, как видите, у меня уже есть. Следующая вещь — это Cool Free Tax. Это та самая вещь, которой у меня нету. Я ее еще не брала, и она реально прикольная, ребята. Потом у нас есть еще следующая вещь — это черные джинсы с белой обувью. И они у меня есть в инвентаре, а джакета этой самой вещи нету. Поэтому мы берем ее и на всякий пожарный случай. Это просто, ребят, на всякий случай берете вот этот Roblox, не его, ребята, а вот внизу Roblox Shit называется, с вот таким вот квадратиком. Вот эту вещь тоже возьмите себе, это просто на всякий пожарный случай. Мы перестрахуемся с вами на всякий случай. Ну и все, ребят. Теперь заходим с вами в аватар и начинаем редактирование нашего скина. Сейчас прикрутим на него всякие штуки, но перед этим, конечно же, давайте возьмем нашу заготовку, ребята. А наша заготовка, это как раз-таки находится у нас не здесь. Давайте я эту заготовку включу, самую такую начальную, и как раз-таки с нее мы начнем лепить наш топовый бесплатный скин. Итак, ребята, вот как раз-таки мы с вами сделали эту самую заготовку. Теперь нужно кое-что как раз-таки поставить. Первым делом вы заходите вот в эти разделы: торсо, left arms, right arms, left legs и right legs. У меня, как видите, это все есть на стартовом экране, то есть я могу вот так просто нажать, и все эти вещи у меня наденутся автоматически. Вам же придется перейти во в каждую вкладочку, но это вообще абсолютно никакой сложности не будет. Заходите в раздел торсо и выбираете вот этот woman torso. Потом заходите в раздел левая рука, выбираете вот такую вот женскую тонкую левую руку. Ну и там уже по накатанной, думаю, что вы запомнили, как это делать. Здесь же, ребята, делаем с вами дальше. Заходим в раздел closing и заходим в раздел head, что переводится как шляпа. Здесь нам с вами нужно выбрать эту самую шляпку, которую мы с вами получили в начале. Вот она, ребят, вот такая вот шляпа. Потом заходите в раздел closing и непосредственно здесь заходите в раздел hair, волосы. И надеваете наши волосы, которые мы тоже с вами получили бесплатно. Вот так вот уже интересно выходит, но это, ребята, еще даже не начало. Вы заходите после этого в раздел closing, здесь и нажимаете на кнопочку shits, что переводится как футболки, и надеваете нашу футболку, которую я вам показывала.
Смотрите, ребят, вот такая вот черная футболка. Именно она нам как раз-таки с вами и понадобится. После этого, ребята, заходим с вами в раздел, который называется «Pants» – «Штаны», ребята. И надеваем черные штаны с белой обувью, про которую мы тоже с вами неоднократно говорили. Вот как выглядит этот комплект. Немножечко не сходится по цветам, о чем я вам, кстати говоря, и сказала до этого. То есть предупредила, что, возможно, будет несочетание, и нам с вами нужно взять еще одну вещь, а именно Roblox Shit Simple Pattern. Вот такой, ребята. И теперь мы надеваем, и оно идеально сходится друг с другом. Ну, хотя вообще-то не сказать, что идеально, поэтому давайте мы с вами, пожалуй, вернем Roblox жакет и там уже наклеим все это дело. Вот, ребят, то есть сейчас уже смотрится неплохо, но теперь мы с вами еще и заходим в раздел T-Shot и здесь надеваем Cool Free Tux. Вот такая вот интересная вещица, после которой наш скин абсолютно преображается и начинает выглядеть по-другому. Вот, ребят, как это все дело выглядит. По-моему, ничего, так и остается лишь поменять одну мелкую деталь. Зайти в раздел Body, здесь поставить раздел Face, лицо, и как раз-таки вот эту штуку влепить. Это у нас Silly Fun лицо. Вот такое интересное, с язычком мы его обычно с вами во всех скинах используем, потому что это одно из самых милых бесплатных лиц, которые я видела когда-либо на просторах бесплатного Роблокса. И вот, ребята, как выглядит наш абсолютно бесплатный топовый скин в Роблоксе, который мы с вами сделали сейчас на компьютере, но его же мы с вами сейчас и сделаем еще и на телефоне. Поэтому обязательно подпишись на канал, а мы с вами начинаем создание нашего топового бесплатного скина на телефоне, потому что там это делается немножечко сложнее. Но в каких-то аспектах, наоборот, все делается намного проще. Так, ребята, вот мы с вами и находимся на телефоне. Первым делом как раз-таки выбираете эту самую заготовочку. Вот, ребят, как она выглядит, находится в самом начале. У всех она, скорее всего, является фиксированной. Если ее нету, заходите в магазин. Магазин находится здесь, в самый низ пролистываете. И здесь Shop for More, ребят, написано. Вот, заходите в этот самый магазин, ставите, вот сюда нажимаете на кнопочку Price. И здесь цену ставите бесплатную. То есть все на максимально просто. Нажимаете вот здесь Free, выбираете и берете себе тот самый скин. Итак, ребята, начинаем нашу настройку скина. Здесь нужно перейти в раздел Body и вновь начать как раз таки колдовать над нашим скином. Первым делом ставите вот такое вот интересное лицо. Как видите, ой, я сейчас нахожусь в магазине, оказывается. Заходите в раздел Customize. Здесь нажимаете на раздел Body и заходите в раздел Hair. Здесь вначале выбираем наши волосы. И наши волосы, кстати говоря, не прогрузились, поэтому мне придется еще перезаходить в эту самую игру. Так, ребята, все, я на месте. Волосы тоже как раз таки уже на месте, и мы их с вами надеваем. После этого у нас идет с вами, ребята, головы, что нам менять вообще категорически запрещено. Поменять головы вы можете лишь на эту, если она вам нравится, но мне лично нравится больше всего другая голова. Потом, ребята, заходите в раздел Faces, лица, и здесь ставите вот такое вот интересное лицо, как мы с вами ставили и на компьютере. После чего заходите в торсу и здесь тоже выбираете то же самое, что и на компьютере. Вот такой торс. Здесь меняете руки. Вот, ребят, вот это левая рука, потом, точнее, правая. Здесь ставите левую руку, тоже вот точно такой же. И меняйте, конечно же, ноги, потому что смотрятся они стрёмно, и нужно поставить какие-то другие ножки. Ставим, во-первых, вот эту ногу, и потом ставим еще ногу вот здесь. Так, ребята, теперь все максимально просто. Заходите в Body Style, здесь пролистывайте вниз, и можете немножечко регулировать ваш скин. То есть, насколько он тонок, насколько толстый, я примерно ставлю вот столько, наверное, смотрится самое круто. Можете тоже взять мои настройки. Голову можете сделать меньше, можете сделать больше, это уже на ваш усмотрение, я оставлю большую голову. Это смотрится тоже круто, по-моему. Ну и здесь можете накрутить роста, не знаю, что-то непонятное, короче, но я верну все точно так же, как и было в самом начале. И все, ребята, теперь переходим в следующий раздел Closing. В разделе, ребята, Closing мы с вами заходим внизу, и здесь есть, ребята, кепочка. Вот такая вот интересная черная кепка, которую мы с вами тоже надеваем на нашу голову, после чего переходим в раздел Shirts, футболочки, и здесь, ребят, выбираем как раз-таки ту самую футболку. А именно, ребята, футболку, которую мы с вами взяли до этого. Вот она, ребята, Roblox. Если вы не знаете, как брать бесплатные вещи на телефоне, то это максимально просто. Спускаетесь вниз, здесь есть вот такой магазин, после чего нажимаете на цену и здесь ставите 0, ребята, цену 0 вот этих самых робоксов, ребята. Нажимаете применить, принять, и вот эти все вещи являются бесплатными. Ну, я думаю, что учить вас не стоит, это знают практически все, поэтому заходим вновь в раздел Closing, заходим вновь в раздел теперь, ребят, T-shirt.
Suits, и здесь ставим с вами эту самую наклейку. Потом заходим в раздел Pants и выбираем штаны, ну и как раз таки наш скин практически является готовым. А, нет, ребят, он является готовым, даже не практически. Ну и конечно же, как я уже привыкла, я нацепляю на него свою анимацию, если у вас нет анимации, можете ее не нацеплять, а я делаю вот такую анимацию, скриншот делаю интересно для того, чтобы вставить его в ролик, и все, ребят, вот такой вот интересный у нас получился как раз таки бесплатный скин без робоксов. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами была я, Бабка Шоу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока, легендарные внучата, встретимся в следующем видеоролике, пока, ну и конечно же обязательно подпишитесь на канал.